Еще во время выборов, когда выборы уже подошли к концу, то нам стало известно о том, что Лариса Леонова движется в сторону команды Миколаенко, в сторону Пастуха. Когда это случилось, вы знаете, что изначально она не прошла в совет. Потом вскрылось, что имеет место арифметическая ошибка. Было много инсинуаций, кто ее сделал, почему и как. Мое личное мнение, которое остается неизменным, я считаю, что ошибки изначально не было, она была внесена потом именно с целью провести ее в совет. Значит, войдя в совет, Леонова все-таки пообещала фракции, что будет работать с нами. Но, как мы помним, все голосования ключевые, она голосовала в разрез, то есть она голосовала против увольнения Пастуха, она голосовала против преодоления вето Миколаенко, она не явилась на последнюю сессию, когда ее голос, в принципе, мог стать решающим. Как вы помните, 28 голосов – это минимально необходимое большинство. На данный момент мы будем этот вопрос поднимать сегодня на нашей фракции, в том числе у нас есть заседание фракции сегодня. Юридически пока мы можем с ней только разговаривать, объявлять ей выговоры или какие-то иные партийные методы воздействия, но сразу же отмечу, что подобное поведение, оно абсолютно недопустимо, и если оно продолжится, то максимум через максимум в декабре мы сможем инициировать и провести процедуру отзыва депутата, то есть если она не изменит свое поведение, не изменит свое отношение. Потому что мы шли на выборы, обещая конкретные вещи. Одной из этих вещей было увольнение Игоря Пастуха. И это то, что обещал каждый наш кандидат. Если она этого не делает, она прямо врет избирателям, прямо не выполняет свою предвыборную программу. Поэтому мы будем действовать. Кроме того, в Верховной Раде будет рассматриваться очень скоро законопроект про императивный мандат, который будет предусматривать, что исключение депутата из фракции является основанием для его потери мандата. Поэтому, если этот закон будет принят, то также этот вопрос может быть рассмотрен. Безусловно, мы не хотим таких конфликтов, и у человека все еще есть шанс, все еще есть возможность показать своим голосованием, своей позиции, что она с партией, что это были какие-то случайные отклонения.